Перспективы сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном выходят на новый уровень. В Ташкенте в рамках предстоящего визита Нурсултана Назарбаева проходит выставка казахстанской продукции, а уже завтра состоится бизнес-форум. С нашей стороны прибыла внушительная делегация. Айгуль Адилова передает из Ташкента. Пожалуй, самое важное на таких бизнес-выставках происходит вовсе не у презентационных стендах. Важное в кулуарах. Оживленные беседы, которые могут обернуться многомиллионными контрактами. И это вовсе не приукрашенные прогнозы. До конца года планируемый взаимный товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составит 2 миллиарда долларов. Объемы внушительные, как и масштабы продукции, от электронных услуг до модернизированной боевой техники. Бизнесмены Казахстана и Узбекистана сегодня очень активно работают. Мы активно работаем совместно и на рынок таможенного союза. Хотим работать совместно и с Китаем, с Европейским союзом. То есть у нас очень много точек соприкосновения для совместной работы. По итогам полугодия наш экспорт немного больше, чем импорт из Узбекистана, но он примерно на одном уровне, 50 на 50. Узбекистан – стратегический партнер Казахстана. Между странами только за первое полугодие внешнеторговый оборот был увеличен больше, чем на треть. А это говорит о том, что государство обладает достаточным потенциалом для активных экономических взаимоотношений. Около 70 крупных отечественных компаний представлены здесь на выставке. Среди них, пожалуй, нужно отметить Назарбаев университет, его основное направление – образование и медицина. Представлена продукция национальных компаний «Казахстан Теміржол» и «Казахстан Инжиниринг», а также программа правительства для граждан ЕГОВ. Здесь же и линейка автомобилей, производимыми казахстанскими компаниями. Буквально недавно правительство Узбекистана обнулило на некоторые акцизные продукции обнулило ставки по акцизам до 0%. К примеру, если на муку у нас действовал акциз 11%, то сейчас 0%. По подсолнечному маслу, примерно, до 5%. То есть это очень хорошие уже идут сигналы к тому, чтобы мы могли в дальнейшем и сотрудничать, и наращивать наши торговые отношения. Говорить о новых контрактах и соглашениях, конечно, еще рано. О бизнес-договоренностях в рамках предстоящего визита Нурсултана Назарбаева в Узбекистан станет известно по его окончанию. Но тот факт, что по итогам прошедшего визита президента Узбекистана в Астану объемы взаимной торговли увеличились в разы, говорит о многом. Уже сейчас предприниматели двух стран наметили новые шаги двустороннего сотрудничества и готовы работать по самому широкому спектру деятельности. Айгуль Адилова, Алибек Алиев, Айдос Йентебеков, Хабар 24, Ташкент.